Зима в Подмосковье пришла точно по расписанию. 1 декабря начал идти снег, а уже сегодня города Московской области приобрели по-настоящему новогодний вид. И не только благодаря сугробам. В парках Подмосковья начинают зажигать новогодние елки. Праздничные гирлянды уже зажглись в Центральном парке культуры и отдыха и парке Березовая роща в Долгопрудном, в Березовой роще в Дмитрове, в деревне Путилково и поселке Отрадное под Красногорском. А еще в новом парке на набережной реки Песочной в Клину, на площади возле Дома культуры Яуза в Мытищах, в парках Егорьевска и в саду Дворца культуры в Озерах. А еще жители и гости Подмосковья могут принять участие в игровых программах и мастер-классах. Они стартуют в парках каждого городского округа. Здесь же будут работать фотозоны с гирляндами и иллюминацией. Кстати, все активности в этом году пройдут на свежем воздухе. А еще в некоторых парках Подмосковья дети смогут отправить письмо Деду Морозу. Можно прийти, взять открытку и написать новогоднему волшебнику свои пожелания. Ну и, конечно же, попросить подарок. Потом опустить письмо в почтовый ящик и немного подождать. И в новогоднюю ночь желание ребенка обязательно исполнится.